В Казахстане продолжает расти количество браков. Вместе с этим сокращается число разводов. Но, тем не менее, семьи распадаются довольно часто. По официальным данным, 5 из 100 пар новобрачных разводятся, не прожив вместе и года. Где в Казахстане чаще женятся, в каком возрасте и почему расторгают браки, расскажу в следующие несколько минут. Это актуально. Здравствуйте. Итак, больше 32 тысяч браков было зарегистрировано в Казахстане в первом квартале этого года. Это на 13,5% больше, чем в 2020-м. Чаще всего женились жители городов. Там было зафиксировано вдвое больше браков, чем на селе. Около 12% всех новых семей в республике появилось в Алматы. Мегаполис – лидер по количеству свадеб. На втором месте Туркестанская область, на третьем – Алматинская. Аутсайдер – Северо-Казахстанская область. За первые 4 месяца 2021 года там расписались всего 700 пар. К сожалению, на две пары брачующихся приходится один развод. Наибольшая доля разводимости у мужчин в возрасте от 30 до 34 лет, у женщин от 25 до 29 и от 30 до 34 лет. Распадаются браки в основном после 5, 9 и после 20 лет совместной жизни. Средняя продолжительность брака до расторжения в 2020 году составила 9 лет. По официальным данным, средний возраст мужчин, впервые вступивших в брак, около 28 лет. Женщин примерно 25. А вот большинство разводов случаются после того, как пара жила семейной жизнью от 1 до 4 лет. 5 браков из 100 распадаются уже в первый год. В 2020-м было больше 2000 таких разводов. Считается, что семейные пары расстаются в том числе из-за простоты процесса. Сейчас развестись можно, что называется, в один клик, даже не выходя из дома. Если раньше вызывали в суд, давали время на раздумывание и примирение, то сейчас разрушить брак можно так же легко, как и зарегистрировать. Развестись можно даже, если вы находитесь за рубежом. Для государственной регистрации заключения или расторжения брака в разделе «Семья» портале EGOV.KZ необходимо найти соответствующую услугу, заполнить необходимые поля и загрузить чек об оплате консульского сбора. Далее подписать запрос с помощью ЭЦП или СМС-пароля. После чего в личный кабинет одного из супругов направляется уведомление о необходимости согласования заявки. Он или она заполняет необходимые поля и подписывает запрос. Срок оказания услуги – 1 месяц. Распадаются браки казахстанцев из-за социальных сетей, давления родственников, бытового насилия или жилищных условий. Чаще всего поддают на развод женщины. Чтобы уменьшить количество распадающихся семей, в нашей стране даже предлагали ввести налог на развод. Но эксперты говорят, это мало поможет, нужны другие меры, благодаря которым будет осуществляться поддержка семей. Из-за социальной необустроенности, невозможности реализовать свое конституционное право на жилье, слишком стесненных обстоятельств и отсутствия личного пространства в большинстве семей возникают ссоры, происходят разлады и разводы. В итоге распадается важная ячейка общества – семья, основа государства, ее главный конструктивный элемент. По статистике, именно бытовая причина является одной из основных причин разводов в стране. Исходя из вышеизложенного, считаем необходимым внести в действующее законодательство понятие улучшения жилищных условий через расширение. Очень часто в Казахстане после развода женятся и выходят замуж повторно. Доля таких браков в нашей стране около 20%. Но нужно понимать, что больше всего от развода страдают дети. Психологические последствия для них неизбежны. На сегодняшний день в Казахстане более 500 000 монородительских женских семей и 68 000 мужских. Это актуально.